Гречневая каша с грибами и морковью – полезное и очень вкусное блюдо, готовится легко и просто, при этом стоит совсем недорого. Такая каша – отличный гарнир к мясу, рыбе, птице. Ароматную, рассыпчатую гречку с морковью и шампиньонами приготовить очень просто, грибы берите любые по вкусу и наличию, каша получается очень вкусной и без мяса, как самостоятельное блюдо, сытно и очень полезно. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления гречки с морковью и грибами. Морковь очистите, помойте, нарежьте и выложите в кастрюлю с толстым дном. Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте, добавьте к моркови. Шампиньоны очистите и нарежьте не очень мелко, добавьте к луку и моркови в кастрюле. Вкусняшки, подписавшимся. Налейте подсолнечное масло и 30 мл воды, накройте кастрюлю крышкой и тушите овощи с грибами 7-8 минут, периодически перемешивая. Гречневую крупу переберите, тщательно помойте и выложите в кастрюлю с луком, морковью и грибами. Налейте 300 мл воды, посолите по вкусу. Накройте кастрюлю крышкой и варите кашу на минимальном огне до готовности. Гречка с морковью и грибами готова, подавайте, как самостоятельное блюдо или на гарнир. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Какие продукты будут нужны? Крупа гречневая 1 стакан, лук репчатый 1 штука, морковь 1 штука, шампиньоны 150 грамм, подсолнечное масло 30 мл, соль по вкусу, количество порций 4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного дня!